Привет, меня зовут Светлана, и это Солшево, а именно обзор наиболее успешных брендов моды в Инстаграм за прошедший 2015 год. Чиста был самым стремительно развивающимся брендом в Инстаграме в этом году. По данным нашего продолжительного исследования, они сделали огромный рост, более 50%. С темпом роста около 5% еженедельно. Одним из 50 брендов, которые мы еженедельно анализировали, MAX является наибольшим неудачником в Инстаграме в этом году. Их рост составил 10%, с темпом роста ниже 0,5% еженедельно. Чтобы дать вам хороший пример того, сравним марки белья Лефера и Victoria's Secret. Их бизнес – женское нижнее белье – кажется идеальным, чтобы привлечь много клиентов и поклонников с помощью замечательных фотографий. Инстаграм – это просто канал для этого. Однако различные подходы двух брендов показывают определенный исход. Лефера имеет очень прагматичный подход. Они принимают бра, как она есть, всего-навсего показывая фото части одежды для груди. Это оставляет желать лучшего, нет никакой атмосферы. Все выглядит, как будто пол был вычеркнут из всего и есть только одна модель. С другой стороны спектра мы находим блеск и гламур Victoria's Secret, само олицетворение женственности. Выглядит как конфетка, и кажется, что ваша жизнь может быть лучше, если вы носите эти модели. Ты – часть удовольствия. С более чем 28 миллионов подписчиков они, конечно, превзошли любой другой бренд в своей области. Продолжают в том же духе. Солшево вешает на доску лидеров в Инстаграм за прошедший год. Кем же являются? На первом месте Nike. Они держат ведущую позицию со стоков социальных медиа. Это не просто великан размеров в 31 миллион подписчиков. Также уровень взаимодействия является очень высоким. На втором месте H&M с очень девичьим и последовательным стилем. Их 11 миллионов подписчиков бьют другие модные бренды. Они даже начали свою спортивную линию, так что они смогут конкурировать с Nike раньше или позже. Третье место получает Adidas – 9 миллионов поклонников. Их внешний вид в Instagram является одним из самых последовательных, хотя этот элемент образа жизни недостаточно развит по сравнению с Nike. Все это показывает, что модные спортивные бренды, продающие жизнедвижение, действительно знают, как привлечь подписчиков. Бренды, более ориентированные на моду, могут только поучиться у них. Так мы завершаем наш обзор модных брендов в Инстаграме за прошедший 2015 год. Если вы хотите узнать больше, заходите на наш сайт solshowworld.nl или подпишитесь на нашу рассылку. Пока!